Ой, мыло сверху, там дам тебе мыло дома. Давай позвоним маме сейчас. Где она есть? Папа, я надел белую, папа. Белую? Ну а. Папа, а Юта, ну, папа, ты туда не ходи, не ходи. Чего ты? Туда не ходи больше. Пойдем пока. Ты где? Алло. Ты где? Я не хочу. А? Ты где? Иду домой. Где? Ну сейчас мы к Тарантич пойдем. Ты по Октябрьской? Да. Давай. Пойдем, Лех, до магазина, маму встретим. И пойдем домой. Сейчас по-быстрому дойдем и все. Кто у нас там, Лёха, идёт сзади? Мама. Мама? Можешь ему открыть заодно. Дай пакет. Мама, это Зиня, мама. Открыть бы её можешь ему пакет. Ой, мама. Это Зиня, мама. Это Зиня работает, она прям. Что нового? Это Зиняшка. Это Зиняшка, она давайте ещё. О. Вот. Ну, у тебя встреча просто и все. Там поел, не? Поел там, да. Два, вот. Ага. Папа, мы идут вот так вот. Да, видишь, по-всякому крутится. Это его цветочек. Папа, цветочек. Цветочек? Похож, да? Смотри, это цветочек. Угу. Вообще змея, папа. Но цветочек, это змея, папа. Змея, да. Опа, она вот так моет, вот. Ну, пойдем, да. Время 8:30. Я уже в магазины езжу. Парковка пустая. На дороге машин тоже нету. Хорошо. Заедем. В новый магазин заедем. Автомобильный. Посмотрим цены. А? С карманом что, ничего? В общем, новые автозапчасти, там цены дорогие. Масло, да. Масло стоит 1500, которое я хочу купить. На зоне оно стоит 1000. Зато там работает мой бывший друг. Друг детства. А? Друг детства работает там. Я его не видел 10 лет. А кто? Друг детства. Кто это? Ну, раньше в одной школе учились, он на класс младше. Вместе на особу ездили. Он 10 лет был в Москве, сказал, работал. Пакет какой-то, тут ручка какая-то. Липкая. Так, купил мясо. Окорок. Что, Леха там проснулся? Что? Новые роллы мне взял, 31, с Таиланда, по-моему. Какие новые. Бананы 119, молоко 60 рублей. Булочки, одну я уже съел, они считать теплые. Я их покупал часов в 9, сейчас уже по 11. Тебе взял за 100 рублей. Пойдется? Всякие соусы. По 50, что ли, они. Вот эти были по большой акции. 60%. 230, по-моему, 260. Вот эта упаковка, 600 грамм. Селедка 80 или 70. Чай
от Лёхи штуки. Кофе. Йогурт 40 рублей, наверное. Чай. Чокопай. Это рыбка. Виноград. Дамские пальчики по 230 за килограмм. Эти были дешевые по 40 чем-то. Яблоки. Это типа 8 из были. А так они 110 что ли. Все? Да? Такие покупки. Садись, садись. Я приехала. Переговаривался. Я приговорюсь. Леша. Ау, фу. Что там? Побрать его? Кофту? Ну, не знаю. Пока не надо. Сиди молчи. Давай на угол. Сиди молчи. Да. Сиди молчи, пошли. Ну, хватит с вами переговариваться. Ты меня гребешь, понял? Это я не понял. Пойди на вытяжку. На вытяжку. Не надо меня пачкать. На машине доехать? Сейчас спросим у мамы, может доедем тогда? Нам надо сантехнику отдать. В одном магазине мы отдали на 300 рублей. Вот теперь во втором на 1700 надо отдать. Может на машине доедем? Чего? На машине, может, доедем? А? Салфетку, стирки масляные. Надеюсь, примут. А? Примут, надеюсь, уже месяц прошел. Ну, скажи, что это заявление, если что. Там меня Юля приняли. А, сейчас Лёх мама сходит. Мы забудем здесь, да? Мы отказались. В общем, батарея. Ничего не тронуто. Чего? Все-таки тянули, а потом предложили нам не то, что мы хотели. 2 недели, это положено. Никак не нужно. А что нам с этим делать? Сантехника, пусть продадут. А если поменять на другой товар? Никак. У меня все все равно придется. У меня есть 1С. Ладно. Спасибо. По-моему, не вернули. Ну, что сказали? Сказали, отдайте Лёше, пускай играет. Кому? Лёше. А-а-а. 2 недели уже прошло, все, он не может. У него 1С. И через оленей, может? Нет, никак. Я сказала, что мне с этим делать? Может, на другой товар менять? Он говорит, не знаю, отдайте сантехника, может, они у вас купят или еще что. Где у нас? Давайте надежды-то. Купите надо. Лёх, сначала нам надо по магазину поездить. Понял? Не знаю, пойдем. Тут напротив, я не помню, что там одежда, по-моему.
куда ехать? Ну, тут около епархии, прям напротив. А он там еще есть? Там есть магазин, просто он другой стал. Там раньше одежда, обувь стала, сейчас только одежда. Так, что нам тут с этими кранами делать? Может, конечно, они пригодятся куда-нибудь? Я не знаю. Что там вообще за краны-то хоть? Там не только краны. Будете вы там ехать сегодня когда-нибудь? База данных начала успешно. Поблизости прогноз погоды. А там старший продавец был или что? Да. А? Да. Шкала цвет серый. Я у него и брала. Ага. Он сказал, все, уже месяц прошел, а возврат 2 недели. Ага. У меня 1С, мне не даст даже сделать возврат. Я свою карманы платить не буду, типа. Давай тогда сюда на парковку, да, заедем. Местов тут и нету особо. Мест. А. Подожди. А, тут вообще места что-то я не вижу никак. Надо туда как-то проезжать, они здесь понаставили. Ой, тут камешки эти. Да, проблема. Камешкам по этим придется ехать. Куда-нибудь туда вон. Наверное, мы их не заденем. А. Пойдем куда-нибудь. Сколько он там хоть? 1500, да? Просадили просто так. Ну пойдем сейчас, да. На 1440. 1440, что там вообще есть-то? Такие штуки, да? Два крана. Вот эти штуки. Всякие. Это кран, Лёх. Он проверял, они вроде нормальные. Он при мне их откручивал, закручивал. На, посмотри. Вот эти штуки. Краны так и особо никуда их не поставишь-то. Батареи тут. Наверное. ИП Жук. ИП Жук. Ну вот Жук и есть. Не мог вернуть. Я не знаю, он или не он. Он старший продавец. Это кран, Лёх. Открывается, закрывается. Продавец, нужно на Авито их выставить, краны хотя бы эти. Папа. Они же самые дорогие тут. Угу. Сколько кран стоит? 450. Ну, выставить. Остальное что-то вообще мало. 60, 20, 90, 30. Такая сумма набежала. Ну, краны 900 рублей. Папа. Да, да. Так ладно, а куда что нам с этим делать? М? Куда нам это делать? Да эти пускай валяются что-то. Опа, дичка! Может, мы будем где трубы менять, потом пригодятся? Может быть. Там на кухне у нас под раковиной древние. Вот
Да, вот так вот. Давай. Пойдем. Угу. А? Джинсовки. Ну, конечно, это обычная кофта. Что-то здесь вообще не трогнет. Кофта мне тоже надо такая, расстегивающаяся. Это мне тоже нечего одеть. Поехали. Пошли дальше, Леш. Ну что вы там? Мозги выносит. Лех, мы ничего покупать не будем, понял, Игрушек? Я хочу глаз. Он глаз собрался покупать. Давай, глаз потом. Вот так вот. Потом он будет задираться. На этой молнии, на этой... Лех, посиди пока спокойно, ладно? Там мы посмотрим вещи. Потом пойдемте глаз купим. Понял? Потерпи чуть. Не особо, как это будет. А. Да, пойдем, тут холодно. Только это какой-то другой уже глаз. По-моему, это жвачка стала. Из холодильника брала? Я не знаю, что. Что-то как-то для холодильника она не холодная. Да, это лишь жвачка, ее глотать нельзя, понял? Ну, только жевать можно, а потом выплевывать, когда будет невкусное. Жуй. Ой, мусор. Леша, что ты уселся? Будешь пить? Свободновато. В принципе. Если там чипсы купил, возможно, отбавишь чуть. Смотри. Пару килограмм. Не коротко? Вот. Нормально? Нормально? Кепку подними, Лёх, с пола. Грязный пол. Хватит себя так вести. Да хотелось бы, конечно, подлиннее. Ну, а куда мы вообще поедем? Будешь делать, он будет ветер раздуваться. Мне кажется, их длиннее не бывает. Не знаю. Как он еще лежит? Видишь, он там? Что-то лежит даже. Деньги, может?
Нет, что-то другое. Пуговица какая-то? Нет. Тряпка? Подожди, мне одним пальцем не достать. От китайцев. Какой-то камень. Керамзит. А, это чтоб, может быть, влаги не было. Куда мы еще поедем? Мы еще, наверное, некуда. Это еще ширинка такая. Думай. Здесь я хорошо понял? Нет. Давай, слезай, бабуся. На. На, говорю. Я тебе говорю, машину буду бить. А, ну пойдем. Я пойду себе какие-нибудь кроссовки там посмотрю. Давай. Со мной пойдете? А? Ну пошли. Да, только Леша попьет. Ну я пока пойду, вот он догоняет. Иди. А? Иди. На втором этаже. Угу. Девочка народная. Здесь? Да, а куда еще можно? Сходить можно и пешком до него, что там. Там вставать тем более негде. Это здесь, чтобы съездить. Да. Можно наконец эти два варианта оставить. Не знаю, куда съесть. Я сейчас покажу, что я купил. Только думай. Такие. 1120. Самые дешевые. Выбрал. Не стал там даже, который нравится брать. Взял самые дешевые. Более-менее. Чтоб хватило хотя бы на 3 месяца. А в каре только обувь, да? Вроде. Вроде, да. А. Можно модную волну съездить тогда. Ладно. Закрывай. Это открыл. Не, вот закрывай это, на вот эту. Все. О, закрыл. Пойдем в магазин. Только не потеряй, смотри, Леш. Потом откроешь, да. Сейчас закрыл ее. Да. Занято. Угу. Туда, Лех, не ходи. Там занято. Леша. Что это такое? Там переодеваются девочки. Сейчас мама будет смотреть, как она будет смотреть. Так. Большого-то, не? Папа, это такое было? Это машина из ПА. Мерит. Нет, как нет. Ну что-то как-то не знаю. Большая какая-то. Ну там джинсовка была, мне кажется, лучше. Да. Чем вот это. Ну, не знаю, это какая-то большая, что ли. Большая. По размеру. Мешок, знаешь, какой. Куда что такое надо?
Оверсайз весь размер. Ну, большой такой. Да, это ты точно подметил. Пошли дальше. Смеется, да? Не он, а она. Ну что здесь такого? Давай. На это нажимаешь? На другую. Вот. Нет, вот это. Вот. Поближе подойти, плохо ловит. Ой. Давай. Поближе подойди. Сюда подойди. Нажимаешь? О, чтоб шелкнуло. Да. Счастливая семья. Ну, штаны как-то не знаю. Они еще вон докуда. Ну, что-то не почти дельфичек. Смотрится. Щеки. До самого этого. Почти дельфичек. Угу. Они еще и большие, видишь. Вот здесь вот, по длине. Может, чуть-чуть опускать надо? Как у меня здесь-то будет висеть все? Угу. Какое ты? Вот как я так буду ходить? Угу. Ну что, иди-ка, так места нет. Уже без штанов носить, если что. Сколько стоит? 1500? Угу. Да. Тоже как-то длинноватый рукав. Видишь, вот это? Ну, это нормально. Видишь, мама меряет. Мама. Подожди, Лёш. Поехали. Мне кажется, такая вот сюда есть, нет? А? Нет, такой нету. У меня ж нет ветровка. А? У меня ж нет ветровка. Тут есть такое. Ну что, норм? А? Норм. Так вот хорошо все. Почему же такой здесь? Взяли мы эту. Надо завтра сказать еще. А мы завтра с грибами? С грибами завтра. Попить. Сейчас дам попить. Папушка. Папушка что? На. Ночь понедельник. Все, уже не могу, в туалет хочу. Надо было в Магнит, конечно, мне заехать. Давайте я сейчас вас высажу. Да, этот магнит. Какой магнит? Вот этот. Это автозапчастями надо.
Так, заехал в автозапчасти, купил вот такой шланг 2 метра силиконовый по 370 за метр. Это мне масло течет у меня, буду менять там шланг. И вот омывайку нашел. 40 рублей, 3 литра омывайка. Решил взять, пока такая цена на зиму. Пускай будет лучше. На сегодня у нас картошка жареная с луком. И мясо, которое сегодня я купил. И селедка. А? Кофта? Давай. На, ключ. Пойду тут замок поработать. Вот посмотри, видишь, замок. Закрыть, видишь, закрытый замок. Видишь, открытый замок, значит, открыть машину. Вот. Это закрывается там. Там нарисованы значки, видишь? Пойдем. Так у нас уже вечер, едем маму на работу провожать. Так. О, их открыл. Она бы спальна подняла. Давай, заходи. Угу. Да. Закрывай вообще. Подожди, дверь закрой такой. Вот сюда, вот. Где там замок закрыт? Вот, вот, да. Все, закрой. Закрыл, молодец. Опа, я уже ба. Вот, па. Да. Все, открыто. Давай, садись. Па, когда я забыл, открывайте, па. Что ты? Там это. Ага. Открывай. Пойдем. Если ты будешь, открывай машину, вот, да. Это же закрыто, ба. На каких ты будешь качаться-то, качелях? Ну, эти поменьше. Поменьше, ба. Которые? Вот, а там, ба, вот, на эти поменьше. Ага. Забонили. Если забонили, ба, далеко учишься, откроется, смотри. Не, далеко ушли, не будет работать. Пойди на поближе. Отойди, будет она так гонять. Да. Так, вот пошел машина. Дождь. А вот машина уже. Да, пойдем быстрей. Угу. Да. Сейчас будем есть. Нету ничего. Ага, сейчас дам. Все. Давай сейчас будем есть. Так, вот столько тут ведер. Едем за грибами. Говорила, вы можете пока идти, а я тут с ребенком посижу. Я не собирался идти, потому что...
скорячился и завалился. Так, ну что, одевай его нормально? Давай, кепку. Одевай, кепку давай, Лёха, одевай. Где твоя кепка? Так, в машине забывай. Подожди. Бомба, 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 бомба. Так. Что, в кофте он пойдет, да? Или в чем? Ну что, Лёв, заходим в лес. Спасибо, вот. Нормально, сухо. На, ведро я прям не найди. Давай. Крапива. Закончится крапива. Так, солнце у нас где вообще? Так. Где у нас солнце-то? А там где-то, да? Ну, выходи, ты должен, чтобы солнце светило в спину. Это, скорее всего, оттуда, там солнце. А там солнце, да? Солнце, оно может... Не знаю, ну, что, да. Где-то спереди. Где-то оно вон там, солнце. Оно тут хуй поймешь теперь. Поэтому я компас и настроил. Пошли, Леш. Пойдем. Там, сегодня насчет солнца не очень надо. Ой, там их много будет еще. Ну, проезд-то не надо? Гладыши? А, не, это не гладыши, эти. Макрухи. Макрухи? Я думал, гладыши. Но они тоже едут. Комары присутствуют. Пошел? Надо? Выходи. Масленок. Масленок. Наверное, не надо, да? Наверное, не надо, да? Ну что, где белый-то будем искать? А? Где белый-то? Там? Где сосна? Там проходили, не знаю, дальше, наверное. Проходили вот это поле, а там были. Сейчас будет поле. Где-то какой-то там надо дальше идти, чтобы белый. Где-то вот, ну, вот сейчас будет поле. Да, потом поле проходишь, там какой-то белый. И, по-моему, даже правее надо брать. Но там она длинная, должна быть.
Так, дошли мы до поля. Вон на той стороне должны быть белые. Наверное. Что, дошли? Наверное. Пши сжирают. Прям ползают везде. Ну и чё, где белые? Да мы же убрали, идем на белые. Я не знаю. Я тоже не знаю, мы сколько раз ходим. Но... мне кажется, вот здесь вот они начинаются. Тут вот? Я так думаю. Ну, пойдем. И туда же вправо идти. Я так думаю, а там ну, пещеран переходит. Ну как бы мы это поле не поле. Три в шесть снял. Мы переходили дорогу. Четвертая как-то. Где-то. Поляна какая-то, а не дорога. Может, здесь дорога? Вот. О, пошли, белый. Пошли, пошли, пошли. Быстрее, быстрее. Белый это или ага, что? Ага, белый, белый, белый. Ага, лисички вон. Лисички, белый, все подряд бери. Вот. Вот, 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 да. Там он еще где-то. Пошли белые. Пошли, Илюш, нашли место. Да. Гнилой. Вон лисичков много. Ой. Где еще-то? Вон стройщики или смальчики, что это? Это. Несъедобный. Ложный подбелёжник розовый. А! И еще грибы, Лёх. Ну не собирай, ты решишь. Пока не буду. Может, их больше не будет, ваших белых. Пока я их не вижу. Так, лисички опять. Вот они. А белых что-то нету больше. Две штуки. Нашли. А! Вон дорога-то, наверное, там. Как только начинают лисички и белые тоже. Да? Червивый весь. А? Червивый весь.
Еще, еще рядом. Пойдем. Вот хороший, но он маленький. Может, рядом даже не рыба. Вот черевивый. А ножки? Подожди, ломай. Не знаю. Подожди, Леш. Смотри, ножки. Ножка хорошая. Сушить. Сушить можно и черевивый, но черевики сами выползут. Дорога вон там вот. Где? Вот там. Там, да? Значит, солнце вон слева будет. Что? Там дорога, да? Там прям? Дорога, там. Это мы на выход выходим, да? А? На выход выходим. Да. Вот я вот так делаю, вот так. Все. Ну вот давай вот здесь вот вдоль коридора пройдем. Берем. Ага. Вот я про ореха. По полю тут только пройдем. Ну как бы далеко уже дорога. Может, где-то место? Что-то нету больше белых. Особо и не было их. Штук 6. Вот какое-то место. Где? Хотя бы ходить можно. Ну, там такой тоже был, есть какие-то лосы более-менее. Вот куда? Тут еще? Одни лисички. А? Одни вот лисички. Куда пройти вот так? Вот. Лисичек он по кругу, миллион. Да нету нигде. Вот только начинаем. Лисички давши. А? Лисички давши. Нету. Ну вот я не знаю, набирать еще. Ты за ними и шел сюда, мне кажется. А? У тебя уж целое ведро. А что мне делать? Белый. Собирай. У нас второе ведро, а вот второе. Соберем, ведро, пойдем домой тогда. Где мы раньше собирали, вот туда вот так вдоль и шли. А здесь просека, она может чуть заросла уже, мы же года три, наверное, здесь не были. Понимаешь? Да. Вот туда надо идти, вот, наверх. Куда? Куда? Так по грибам. Иди, пока вот не выйдет. Нет, по-моему, эти подосиновики. Нет. Или поганки. Подосиновики, а наверное. Еще я нашел ёбаный. Ух, и два. И три. Да, это подосиновики. А, он уже хреновый. Да. А этот более-менее. Он, ну, хороший, маленький стоит. Вот такой. Вот это хорош. Ножика у меня, к сожалению, с собой нету.
Все? Ну, под осиновики я, конечно, не хотел врать. Вот еще стоит. Это уже похож на белок, кстати. Не, под осиновик. А? Чё лес? Я тут вот эта поляна и лес, может там белые? Не знаю. По-моему, они подальше были, блядь. Тут только подосиновики. Можно туда пройти. Чё, там-то нормально? Вот тут это поле, и видишь, как бы лес там. Вот этот лес? Да, ну, или где? Вот тут тот пост. А, вот тот? Там, да. Там уже близко очень к дороге. Меня смущает. Ну, по-моему, когда собирали белые, они не рядом с дорогой были. Вот тут что-то стоит непонятное. Что это? Опять подосиновик. Ага, весь старый. Лес-то хороший, но только белого здесь мало. Встречается редко. В каком-то году их здесь было очень много. А сейчас что-то нету. Пойти к бабе, посмотреть, что там у них. О, хороший подосиновик. Ага, ножка плохая. Ну что вот тут? А? Ну давай, показывай. Вот. Он какой, да? Два, нашел. О. Да? Ага, красавчик. Давай, это плохой, да. Куда идем? А? Болото, да. В болоте грибов не будет. Или есть? Один лег. Неси папе, вот там еще один. Вот, вот этот лег. Вот. Видишь? Вон там еще один. Давай, давай, клади. Вот еще, видишь, стоит вот. Вот. Хорошенькие грибочки. Давай так. О, ну давай, клади. Ножку давай, я вытащу. Да? Ты сам вытащи. Тащи, тащи, тащи палку. Да я не могу ее тащить. Не можешь никак? Я не знаю, какая-то гребка держит. Гребка держится? Да гребка держит осиная. Вон я не могу ее тащить.
Вон стоят два. Вон еще три, четыре. Пять, шесть, вот что-то много их. Придется камеру ставить. Вот эти я, кстати, нашел, да. А? Берите, берите. Баба, а? Ну, не кипать один. Да. Ну, тащи, тащи. Опа, не кипать. Папа, а? Еще гриб. Давай, отломим у него там корни. Вот это. Эти. Отнимай. Он какой-то, не, это видишь какой. Черевей, видишь, там сколько черевиков много. Видишь, ползают. Это да. Да, так не надо уже. Старый. Баба, там у них есть рыба. Закончились. Что-то нашли. Маме можешь позвонить. Ша. Еще одна ша. Ну что ты там? Собираем. Белых есть? Белых мало, в основном под осиновики. Что делаешь? Он стоит, гриб. Есть потихоньку, готовить начинаю. А, что готовишь? Курицу, пюре. Курицу, пюре? Ага. Да. Ну давай. Ну, через часа два, наверное, где-то. Пюре я еще не ставил. Через час можешь поставить. Давай. Да. Что там, это сам пылесос-то заработал? Нормально все. А, значит, там просто было забито грязью. Ну да, там волосы были кошачьи. Да, поэтому я не засасывал. Ну там просто эти дырки забились этим волосами. Да, да. Ну давай это. Угу. Пока. Леша, там не замерз? Нет, тут жарко нормально в лесу. Да. Лехе нравится грибы собирать. Ну, давай. Давай. Ну что у вас там? Лес закончился здесь. Надо другой идти. Ну что вы там? А? Ну так, немножко. Немного нахожу. Поганка? О, ясно. Не разглядела, без очков. Не вижу. Это не поганка. Дальше куда идти? Ну, так, пойдем, да? Да, вот стоят. Такие старые, наверное.
староватый. Фермивый весь. Да этот. О, этот тоже. Червивые. Червивые. Оба. Больше тут не видно. Кости одни. Смотри, какая красивая челюсть. Или собака какая-то, блядь. Кто-то загрыз ее. Ну это же волчий, вот смотри, какие клыки. Собаки таких ну, нет. Ну конечно, что-то и... А кто его загрыз кто-то? Там даже он спереди какие-то. Смотри, спереди какие клыки. Ну кто-то загрыз его, наверное. Или помер здесь под деревом. Помер, наверное, блядь. Уже давно и съели опарыш. Прибили, наверное. Это акула. Знаешь, какие зубы у него, да? Смотри, какие у барана штука. Это и нога, папа. Это лег челюсть, видишь, какая? Да. Я бы не сказал, что это волк. А кто? Не знаю, знаешь, какие у него, вперед они он. Ну, как-то да, на кролик похоже. Похоже на кролик. Это, наверное, этот, может, олень какой-то маленький. Да, ну, олень. Лось? Маленькие дела сейчас. Да, ну, смотри, ну клыки такие у хищников, блядь. Папа, какой твой вообще это у него спереди какие-то интересные. Это рыжий котачок. Да блин, бамася. Гриб. Блин, копачивай. Как дорога раньше была. Ну тут близко дорога-то сама, асфальтовая. Тут какие-то вон рвы. Тут уже, походу дела, туристы ходят. Ну, здесь даже быть белые. Тут все исхожено уже. Лес для белых, не будет. Поэтому мы пришли. Как-то здесь высоко, низко. Тут что-то похоже кем-то на природу. О, как он стоит, интересный. Что это за гриб? Дождевик. Опа. Да господи. Их собрать нельзя, да? Их нельзя собирать, да? А? Или можно? Какая-то низина, мы здесь и не были, да, ходили. Рыжики-то можно собирать или нельзя? Я вправо, блин. Здесь нету грибов. Нету? Нету. Вообще никаких. Тут грибов нет. Тут грибов нету. Ага. Рыжики тут есть. Вот для них надо было отдельное ведро. Набрать отдельное ведро. А ведра у нас больше нет. Нет, да. Не, их засолить отдельно. Их можно солить прям сырыми, не надо варить. Лисичек ваших хватает на каждом шагу. Тут что-то стоит. Не, это что-то не то. По-моему, тут кто-то уже был.
господи. Чё, куда дальше? Дальше куда? Вон к бабе, Лёха, иди пока. Не хочешь? А? Много шишек, да? Ищи грибы, Лёх. Понял? Он белый старый опять. Что новых нету. Это не белый? Ну что, Лёх, не видишь грибов-то маленьких белых? Это должны быть. Вон тут березовик. Другого, Лёх, не будет, только такой. Вот мы считаем, что мы приехали в другой лес. А? Ну тут тоже гнилые есть. Березовик, но он какой-то староватый. Вот это что-то непонятно. А, это вообще что-то другое. По природам, по Москвам. Ой, в Москве он вообще шлындал. Трое суток на ногах. А здесь как по Москве шлындал? Закаленный. Ну что там? Ну что там, вот. Ну, на жаренку, да? Да. Лисичек добавил. Ну не надо мне. Вот, ты буква. Ну потом сейчас отвыхнем. Баба. Пойдемте, где дорога? Баба. Где дорога, блин? Ну, солнце туда слева. Или туда, блин? Вы же слышите, блин? А я слышу, она или с этой получается. Стороны, или с этой стороны. Ветром относится. Вон там дорога. Да? Ну да. Или вот горизонтально вот так идет, или вертикально? А где? А ну, там где? Ровно туда. А где мы? Значит, вот так горизонтально идет. Вот так идет вот прямо на это поле, вот на эту елку, вот еще елку. Ну пошли опять через поле. Ага. Да. А? Сейчас будет гроза, да. Так, что куда дальше? Дальше? Дальше куда? Туда прямо или туда? Так иди на дорогу, прямо. Направо, может? Да нет, прямо, так иди. Ну, тут какая-то разминка есть. Ну, заговорил прямо через поле дорога. На поле перешли, прямо надо прямо так идти. Успеть бы до дождя. Блин, заходи. Не вниз, а туда, как раз. Блин. До машины дойти. А? До дождя бы успеть, до машины дойти. Не знаю. О. Фу, тяжко-то как. Так, ну что, куда? Мне кажется, прям это. Эр, прямо же идти. Стемнело. Да, блядь, а ты здесь, сюда.
короче, ушли бы это оттуда, прошли целый... Может, туда хуй знает сколько ушли, он на гору, блядь, да? Да. Километр, блядь, прохуярили, блядь, Коля. Папа, я не буду машину открывать. Будешь? Вы еще не вперёд? Нет. А как вам? На кнопку нажимать будешь. Вот, папа, пик еще повыше. Кошка какая-то, наверное. Кошка какая-то. Не, это дикая штука. Что-то да, дикое. Кролик. Кролик? Кролик. О, есть кролик. Колесо на колесо и кролик. Хуй знает. Вот кошка, непонятно. Лисенок или волчонок? Сливать и менять топливные шланги, ой, не топливные, а масляные, которые с мотора на радиатор идут, чтобы масло охлаждалось. Мне кажется, они у меня текут. Там, конечно, еще одно место есть, откуда может масло течь. Масло с мотора течет что-то откуда-то. Так, откручивается. Сначала надо защиту снять. О, плохо что-то. Масло слить, защиту снять. Эти шланги потом как-то снимать надо. Потом надо их там будет болгаркой. Там стоит, есть такой штуцер, его разрезать и поставить туда силиконовый шланг. Так, тут на сколько? Наверное, это на 10, да, будет там. Сколько ж тут она? А? Нет, еще в пути масло. Что делать? Масло в пути еще. А, ты просто сейчас сольешь. На 14, что ли? 16. На 15, что ли?
14. О, на 14. Видно там что-нибудь? Или ничего не видно? Что-то она, ой, не хочет. Ух ты. Ой, не хочет никак. Ой, что ж ты будешь делать? Не хочет идти. Посмотри на нее. Ладно. Как бы она не сломалась бы. Что ж ты будешь делать-то? Не хочет и все. Что, я так затянул ее, что ли, сильно? Зараза. Так, неудобно никак. Все. Ай, промазал, ну ладно. Пускай. Черная уже масло-то. Пора менять. Не хватит этого ведра, наверное. А может, хватит. Масло слил, фильтр снял масляный. Теперь переходим под капотное пространство. Вот у нас шланг, который снизу вставлялся мотор в таком состоянии. Видно, да? Не знаю, тек он или не тек. Дело в том, что фильтр был не закручен. От вибрации, наверное, открутился. Его там очень сложно закручивать. Он там где-то находится. Снизу никак. Усилия не приложишь, сверху тоже.
поэтому со временем раскручивается. Может быть, текло из него масло, а может быть, с этого шланга текло. Чтобы этот шланг снять, вот он идет, получается, вот сюда вот, вон туда вот, радиатор, вот этот вот, вот тут он, вот он там хомут на нем, и тут тоже этот шланг я еще не снимал. Туда вот добраться надо, сейчас будет эту пластмасску снять. Вот здесь остался один болт, я так понимаю. Тут еще вот болт. Это у меня ксенон стоит против этой мамки. Тоже, наверное, надо будет снимать или не надо. Посмотрим сейчас. Так, вот шланги два я снял. Вот это получается нижний. Что-то у меня не сходится по размеру. Немного вроде как не хватает моего нового шланга. Сейчас, в общем, болгаркой я буду вот это вот отпиливать, штуцер оставлю. На него хомутом надену синий шланг. Это болгарку мне. Шланг спилить вот это вот, чтобы остался только штуцер. Вот это вот, обойму. Спилить вот так вот, чтобы она снялась. Зачем? Чтобы этот шланг одеть сюда. А-а-а, хомутом. Приятный, блядь. Чё? Чё? Да это... Отпилить аккуратненько? Да. Чтобы штуцер, а ты думаешь, он налезет из шланг сюда? Да, да. Я же читал, так делают. Он весь, это самое, в трещинах. Сам будешь пилить? Ну, могу сам. Пили сам. Я слепой. Только как-то тебе надо зажать куда-то его. Ну давай, как-нибудь могу и так попробовать, а? Так попробовать могу. Так, если только кому-то держать. А что, он думаешь, будет крутиться? Не будет? Конечно, его вырвет нахуй. Зажмет болгаркой. Ну давай, зажму в тиски. Мне вот эту вот железную спилить надо, вот. Я понял, понял. А если ее шланг не вырвать туда никак? Не. Ну, он там зажат. Надо, наверное, там на улицу тиски, если здесь темно. Да я могу и здесь. Здесь на ночь еще мне, блядь, зажгёт что-нибудь нахуй. А, ну давай. А где они здесь? Так, чтобы никуда не летели, а чтобы искали. Может, на лавочку? Болгарку тут заменить, наверное, придется с двух сторон. Здесь пропилил до конца? Может, отверточка, наверное, придется. Ну, а здесь пропилил до конца ты? Да. Здесь ты шланг, здесь не опасно. Она сейчас и отвертка ее, чтобы лишний раз не пилить. Ну, а может и не надо больше пилить? Ну, не надо, конечно. Она и так уже разойдет. Да. Она маленькая тоже. Мы это толстые шланги пилим, гидравлику. Надо теперь вынимать шланг. Ну, не задел? Ну, тут немножко есть. Ну, но... ты же будешь не запрессовывать, ну, как там, а просто хомут ставить. Да. Ну-ка. Все, теперь его надо промыть чем-то. И можно надевать это силиконовый. Это просто, так вот эта хуйня. Он полагал, не выниваешь. Это ерунда, даже для запрессовки. Зачем ты его промыть? Что, его? Да. Продуй. Промыть. Промыть.
И второй не надо так делать? Буду делать второй. А, только сначала это сделаю. Убирать, да? Пока не. Чем зорко можно промыть-то, интересно. Подговнить трезорка может что-нибудь сгрызть. Я вижу, что-то заговорила. Она говорила, пришла и начала с телефона разговаривать, блядь. Я думаю, вы пришли, раз она с кем-то разговаривает. А, вот какой, по-моему, такой это может. Да. Хреново, если так вот. Вот так я хотел делать. Вот так вот, да. И будет новый шланг. Так, тебе надо с этим померить чуть. А что с ними? Сколько отрезать. А-а-а. Подлиннее отрежь? Подлиннее, у меня не хватает его, оказывается. Как, на второй? Да. А что-то второй делать не будешь, что ли? Ну вот посмотрю сейчас, останется сколько. Так, ману, ты не знал, сколько бы. Ну вот, снял, да? 2 метра, а там надо сколько? 90 и метр. Оказывается, вот что-то не хватает. Сейчас пойду померяю тут. Нормально. Тебе не хватит его? Не хватит, да? Ну и тогда можно было бы этот подлиннее. Или хватит? Ну да. Не, хватит. Хватит? Ну, тут, прикинь. Ну, как раз. О, все. Ты даже линей, ну все. Все, кажется. Делай. Точно. Значит, люди правильно точь, пишут. Точь. Люди правильно пишут. Да. Сейчас надо второй тогда сейчас будет тоже так. Делай, же. Режь. Сразу отрежь, и я все уберу. Давай. А то скопину. А потом мы будешь ставить. Всю ночь. Ставить я сегодня, наверное, уже не успею, сейчас темно. Ну да, да, нахуй, хотя бы отрежь, пока светло. Этот у меня не тек, но видишь какой он? Ну да, да, но раз менять надо две. Будет, конец. Надо две менять. Он, конечно, что, походил бы, может? Ну, нахуй, меняй. Года два. Ну, пять. Два. Большой сейчас бы ты, блядь, вывенил бы нахуй. Он, во-первых, у нее рез толстый, блядь. Здесь кружок тоненький. А, ну, надо еще. Сейчас, да. Не дорезал немножко. Это, ну, боюсь теперь до но конца. Ну, а ты выдергивай, может, он теперь... Шланг-то выдернись. Вон тут кольцо вот. Что? Не дорезал я его. Да еще чуть-чуть совсем. Совсем немножко надо. Ну все, теперь снимается, тут шланг выдергивает оттуда. Сейчас. А потом она и сама вывалится без шланга. Вот так, о, а теперь она сама без шланга вывалится. Не, она в кольце в этом. Значит, тогда тебе надо ее кушку рядом разжать. Да? Ну теперь сюда не надо. Так и же мне надо. А мы такие шланги развязаем и куда-то даем на трассу, блядь, механик будет запрессовывать. Это на Риге, на трассе Москва-Рига. А-а-а. У Вишняка, наверное, блядь. Да, что, и запрессовывать обратно в шланги. Понял, в такие? А-а-а. Но у нас там бронированные шланги с сеткой, блядь. Гидравлика удерживать там тонны, блядь.
Ну, а бывает, что, ну, если штуцер хороший, то шланг просто плохой. А бывает, что штуцер хуёвый, яблоко не держит. И штуцер тоже что-то новый. Понял? А шланг тоже новый. Все, пойду помою. Давай. Все, можно убирать? Можно убирать, да. Вот наши шланги. Ну все готово. Видишь как? Красиво. Все? Красиво получилось? Да. Так, ну все, вот они, два шланга. Один снизу, другой сбоку мотора. Идут вон туда, вон. В радиатор. Сейчас на место все ставлю. Жду масла, когда придет фильтр. Заливаю масло. И все готово, надеюсь.